С вами Антон Чалей, и я покажу вам, как получить сверхсилу. Практически каждый человек мечтал обладать сверхспособностями, но совсем непонятно, как же их получить. Посмотрев биографии популярных супергероев, я пришел к выводу, что попадать под действие радиации или особо секретного эксперимента никто не хочет. Поэтому я решил пойти в храм кунг-фу и спросить у них насчет сверхсилы. Извините, а как обрести сверхспособности? Нет. Спасибо, мастер. Сначала у меня вообще ничего не получалось. Даже плоскогубцами я не смог согнуть обычный болт. Я уже подумал, что это не работает, но потом... Я почувствовал в себе большую силу. Мои руки стали настолько сильными и крепкими, что металл буквально сжимался под моим сверхдавлением. И большой болт становился очень маленьким. Ешьте манную кашу и будете супергероями. В ближайшую неделю я попробую себя в новых жанрах. Не знаю, что с этого всего получится, но я думаю, что это будет очень весело, забавно, много позитива, много юмора. А Magic Vlog будет выходить точно так же, как он сейчас выходит. А сейчас ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал. Не пропускать новые видео, которые выходят целых 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!